2020 год памяти и славы. В рамках юбилея Победы в Великой Отечественной войне администрация Северского сельского поселения продолжает строительство и благоустройство сквера 75-летия Победы. Финансируется проект из местного бюджета. Сейчас работы идут к завершению. В сквере закончили земляные работы, обустроили пешеходные дорожки, залили бетонные площадки. Неотъемлемым атрибутом нового сквера станут многотонные боевые экспонаты. 11 октября в парке появилась долгожданная военная техника, которую привезли с базы резерва танков Министерства обороны России. Три новеньких танка Т-55 и Т-62 устанавливал специализированный 50-тонный кран, который предоставил Афипский НПЗ. В будущем экспозиция сквера будет пополняться. Здесь появится артиллерийское орудие «Пушка-гаубица». Также в сквере Победы благоустроят лавочки и газоны, высадят деревья и кустарники, смонтируют декоративное освещение и построят детскую площадку.